Здорово. Мы с Рокки хотим вам сказать, что ребята в Телеграме решили, что последнее слово... Окей, смотри в камеру. Последнее слово должно быть за ними. И поэтому они сделали коллаб, который должен закончить все коллабы. Ну или что-то типа такого. Видно, что ребята старались. Руки смотрю в камеру. Видно, что ребята старались. И давайте теперь посмотрим и оценим. Это те, кто начали эту всю коллабную историю. Смотри в камеру. Коллабную историю на канале Гитарные Истории. И решили ее закончить очень сильно. Руки, в камеру смотреть не хочешь? Смотри в камеру. Ладно, Руки уже не хочет в камеру смотреть. Давайте с вами посмотрим, что там ребята насочиняли. Вроде как старались. Ну и я надеюсь, это именно вот тот мощный такой коллаб, который поставит в них всех точку. Да, Руки? Да. Здорово! Я Жорж Нелегальный, и сегодня у нас передача про гитаристов-маньяков. Эта история началась около 2 лет назад. Дмитрий, он же Димон, он же коллекционер, их всех и собрал. Его последователи разделились на 3 банды. Так сказать, телеграмские, так сказать, ВКшные и фейсбучские. Телеграмские собрались, сделали, так сказать, респектос выложили. За ними сразу же пошли ВКшевские. Следом пришли фейсбучные во главе с небезызвестным порноактером Роном Джереми и сделали свое видео. Что? Ну-ка еще раз. Результаты вы, конечно, видели. Но телеграмские решили пойти таки дальше. Они взяли и написали целую песню. Это тот случай, когда слова из песни можно выкинуть. И давайте посмотрим, что они там написали. Надо включить. Yeah!
Даже Рокки решил, что надо притвориться мертвым от такой дичи.